Вот у меня, ну, сейчас был у нас просто разговор ни о чем так. И Игорь Федорович меня поразил. А началось все с того, что Ольга Валерьевна попросила у Игоря Федоровича тряпочку протирать очки, потому что увидела, что он очки протирает. На что Игорь Федорович сказал: хер вам, а не тряпочка, потому что эти очки слишком дороги, и тряпочка для них тоже дорога. И мы начали выяснять, и выяснили, что очки Игоря стоят практически в два раза дороже, чем прицел «Сталкер». И Игорь говорит: эти, ну давай, передаю слово Игорю Федоровичу. И эти люди еще возмущаются, что прицел «Сталкер» очень дорогой. Одна линза стоит 40 тысяч рублей. Это не потому, что я такой буржуй, а потому что здоровье, оно такое. И мы сейчас находимся, уж к слову говоря, мы находимся сейчас в Индии, в городе Мумбаи. Вчера мы были в городе Дели, завтра мы будем, хер знает, ну где-то, в общем, так. Мангалоре. Мангалоре. Банглорос. Не на Банглоро, там в Бангалоре. Так вот, мы все целенаправленно смотрим, как они здесь живут. И пришли все к одному выводу, что люди, которые живут в России и жалуются на херовую жизнь, слишком много кушать. В смысле, зажрались. Зажрались. Причем не зажрались, а прям зажрались. Вас бы сюда, где люди живут даже не в палатках, а в секонд-хенд картонных коробках. Вот сейчас мы прямо ехали. На обочине дороги. Да, туалеты у них прямо на этом, на пустыре. Девушка стоит, трусы одевает. Ужас. Слава Нет, великому Путину. До чего довел страну этот проклятый тиран. Ну, очень хорошо его. Мы Очень. Я люблю свою живем родину. просто великолепно. Я обожаю Россию. Я даже субтитры не буду делать, это прямо сейчас выкладываю. Только для Только для русских, да.